Київ Fight Night. Це поєдинок за пояс та титул чемпіона WWFC у ваговій категорії до 93 кілограмів, який пройде по формулі поєдинку 5 раундів по 5 хвилин. У червоний кут запрошується боєць із Грузії Георгій Лобжанідзе! Гексагону запрошується боєць із України Ігор Потєря!
Ну що ж, пані та панове, у червоному куті боєць із Грузії. Він представляє клуб «Geo Fight Club» із Грузії Георгій Лобжанідзе. У синьому куті боєць із міста Київ. Він представляє клуб «Аурум» із Києва. Ігор Батеря! Рефері в гексагоні Володимир Шимаров. Бойці на середину, файтерс до центру. Shake your hands, руки пожали. Listen my command, слушай внимательно команды. Protect yourself all the time. Все время следим за защитой. Good luck, удачи, to your corners, по углам. Ну что ж, долгожданный бой сегодняшнего вечера. Бой за вакантный титул WWC весовая категория 93 килограмма. Напоминаю, что раньше этим поясом уверенно владел Роман Долидзе, но пришло новое поколение. Да, и давайте отметим, что Роман Долидзе уже очень успешно выступает в UFC, не имеет там еще ни одного поражения, провел сколько, два боя. Поединка. И третий вот намечается. Уже на этой неделе будет. Итак, дорогие друзья, сначала. Первый раунд. Ух, очень волнительный момент. Георгий Лобжанидзе из Грузии против Игоря Потери из Украины. Сразу видим, что... Зная этих обоих бойцов, хочу сказать, что Георгий, конечно, будет тяготеть больше к бойцовской технике, как он базовый борец. И в ответ на что мы сейчас надеемся, что Игорь сможет продемонстрировать свою защиту. Слушай, я видел тренировки, где он отрабатывал самооса, он много-много работал по поводу борьбы. Александр Игоревич мне сегодня сказал, что Игорь очень уверенно стоит на ногах. Очень уверенно, поэтому посмотрим. Очень сложно будет, перевести. Я думаю, вот сейчас колено покор... Воу, как это было красиво! От Игоря. Круто. Чувствует он. Видишь баланс, чувствует поединок. Идеально он прочувствовал этот момент. Выждал идеальный момент для того, чтобы Георгий потерял баланс на секундочку и сразу сделал это техническое действие. Георгий поджимает, жмет. Поджимает, и видно, местами немного держится за клетку. Держится за клетку здесь. Момент и пытался сейчас нанести из клинча удар Георгий. Цепом пытался, но пока защищается. Видим, Игорь. Да, стоит Игорь, уверенно стоит. Не тратит силы на самом деле. Да, я напоминаю, это 5 раундов по 5 минут чемпионский поединок. Сейчас самый такой один из ответственных моментов, как же будет получаться у Игоря защищаться от этих подходов. Да, и я скажу тебе, что от этого и будет зависеть наш сегодняшний поединок. Да, есть перевод, первый перевод от Георгия Лобжанидзе. Перевод, но пока нету плотного контроля. Пока еще есть, на самом деле, между ними дистанция. Да. Игорю нужно пытаться вставать, а Георгию в то же время нужно пытаться прижиматься и контролировать. Я уже видел, как он так в бои, на самом деле, ну, скажем так, залеживал, но нам это знакомо. Поэтому ничего тут постыдного нету. Выиграл он так бои, да, любит тяготеет. Видим, как переживает его девушка Игоря. И сейчас, да, сверху пытается работать. Георгий не дает по себе работы, самое главное, Игорь. Очень много зависит от того, это 5-раундовый поединок, очень много зависит от выносливости, да, кто как сейчас будет тратиться, либо же налегке работать, скажем так, да, потому что можно там те же даже раунд-два проиграть, но быть налегке, соперник просто устанет, и потом выдать его либо досрочно, либо задать 3 раунда. Да, согласен. Я думаю, здесь вообще нет времени спешить, не нужно спешить. Вот, и... Да, Георгий пытается, да, по максимуму контролировать, не отпускать, чтобы забрать этот раунд. А Игорь, я вам скажу, что не суетится, не делает всяких глупых действий для того, чтобы вставать, а просто пытается легко вязать, чтобы не устать. Главная его задача — не уставать. Слушай, на самом деле у Игоря был очень долгий простой, 2 года. Вот, и... Я слышал, много у кого был простой, очень, на самом деле. Да, очень простой, года. Особенно это 20-й да, год. Вот видим... Поднимает стойку, да, и сейчас будем смотреть. И как мне кажется, что после каждого поднятия стойку, да, то все сложнее будет. Какое начало! Сложнее будет Георгию. Просто невероятно, что это было! Флай-кни, потом боковой от Георгия. Я даже не видел, кто попал, кто куда попал. Это было обоюдно. Да, ну просто дикий. Немного сумбура. Да, немного сумбура, но... Очень много зависит от того, кто как будет дышать. Слушай, мой бойцы на дистанции. Игорь налегке, посмотри, да, его скорость еще не упала. Смотри, попадает. Попадает, слушай.
У Игоря отлично получается. Я говорю о том, что он на самом деле, да, экономился, пока боролся. Попадает еще. И довольно волнительный момент. Видно, что уже Георгий опускает руки. Да, и Георгий уже устал. Хотя, казалось бы, первый раунд есть перевод, вот от Георгия. Георгия. Второй тейкдаун уже в этом раунде. И учитывая, что заканчивается только один раунд, довольно тяжело дышит Георгий. Я думаю, он прекрасно понимает и должен. Слушай, отлично сейчас работал Игорь. Да, ты знаешь. Вот опять бойцы, стойка, да. Стойки бойцы. Поджимает сейчас к сетке Георгий Игоря. Слушай, ну я тебе скажу, очень, так как я вижу этот поединок, ну не получится у Георгия 5 раундов так переводить и контролировать. Я очень, прям это уже очень, вижу. Это очень будет сложно для, да, Георгия. Эта тактика вряд ли будет победная в этом поединке. И ты видел, он только что, Игорь, защищался от прохода, да, пытался сделать, да, да, перевод. Колено по корпусу, попал коленом, и да, сейчас вот будет забирать, пытаться забрать концовку. Очень Игорь свободно себя чувствует Игорь на самом деле. Выкидывает удары, не боится ударов от Георгия. Слушай, Георгий опускает руки уже. И да, конец. У нас первый раунд. Отличный раунд. Напряженный раунд. Видно сразу, слушай, что очень много будет сейчас решать тот, кто будет уставать. Да, это, да, будет, да, просто сейчас ключ к победе. Тот, кто сможет лучше дышать и лучше экономить свои силы. И, ой, пока, и пока мы видим, это лучше получается у Игоря. Ты видел сейчас, как Мирова Надзе пытается подбодрить своего, да, соотечественника Георгия Лобжанидзе? Просто нереальный заряд. И действительно, это один из таких ожидаемых поединков. Конечно, это титульный поединок. Это титульный бой. Наконец-то у нас будет чемпион 93. После того, как он долго оставался вакантным этот бой, после ухода Романа. Мы видим на повторе попадания и от Георгия, и от Игоря. Как это нервничает, да, его девушка. Слушай, ну Игорь... Александр Игоревич только что, показывая Игорю, как нужно работать, показал, что нужно присесть и ударить левый боковой. Чуть не упал и по Игорю. Тот момент, когда Игоревич кураже. Да, да, да. Просто. Итак, дорогие друзья, у нас второй раунд противостояния, титульного противостояния. Игорь Потеря против Георгия Лобжанидзе за вакантный пояс WWC, полутяжелый дивизион. И очень интересное противостояние. Слушай, уже под конец раунда Игорь блокировал проходы. Да, уже видно, руки опущены у Георгия. Слушай, на отмашку бьется, я думаю. Да, слушай, посмотри, это, как заваливается. Это стихия Игоря, он прекрасно контрит. Он, смотри, великолепно, как, да, чувствует дистанцию. Великолепно раздергивает. И он не кидается, не бежит вперед. Сейчас опасно было от Георгия. Чтобы не дать себя привести. Сейчас опасно было от Георгия, как-то он так... Нужно так сейчас играет на публику. Играет, Игорь. Призывает к активности. Заводит публику. Георгию нужно, конечно же, выждать момент для борьбы. Но с такими опущенными руками это очень опасно. Да, может, бой длится недолго. Сейчас. Пока не спешит Игорь. Добавляет хоккей по защите. С передней ноги. Да, я думаю, Игорю вообще не стоит куда-либо спешить. Да, все верно. Он все верно чувствует стойки, он меньше устает. Не в обиду Георгию. Но, мне кажется, просто быстрее устанет от того, что просто будет пытаться как-то защищаться от Игоря, от его атак. Мы все понимаем, это понимает и Игорь, что Георгий будет сейчас пытаться переводить. Это его конек, и как мы видим, у него хорошо получается переводить, хорошо получается контролировать. Вопрос в том, насколько хватит ему просто выносливости для этого. Слушай, ну, о, очень мягкие быстро, руки уже. Мягкие Георгия, руки, да, но тем не менее он пошел. Многие пытаются защищаться от прохода, от перевода. Игорь, поджались сетки спортсмены. Да, подсказывают, что нужно взять андерхук. Да, Игорь уже сорвал голос, уже слышно по его подсказке. Слушай, Игорь, по-моему, срывает голос за 5 минут секундирования своего. Такое впечатление, что он сидит с джойстиком и управляет каждое движение спортсмена своего. Слушай, но не надо Игорю давать вообще шансов и вообще таких эпизодов, а давать Георгию, чтобы восстановиться. Есть колено по корпусу. Колено, да, это то, что будет подсаживать. Показывает, что уже... О, сейчас отлично попадание. Попадает с левой оверхенд, но вновь Георгий не отпускает, борьба. Слушай, классно борьба стоит, на самом деле, мы видим, как Игорь потянул свой уровень защиты от проходов.
очень плотно стоит на ногах. Это действительно школа Аурум. Это такие спарринг-партнеры, как Амосов, Ярик и так далее. И еще куча ребят из нашего зала. Очень топовая команда. Очень топовая команда, но мы видим, что... Слушай, на самом деле для Игоря выгодно, чтобы Георгий так проходил ноги, вяло, тратя силы. Да, да, потому что это пятираундовый поединок. Уже мы видим попытка Кимуры. Нет, придумал, локтями разбивает. И пытается, ну слушай, сбалансировал идеально сейчас Игорь. Не дает себя перевести. Добавляет локти просто. Разворачивает. Нет, показалось на секунду, что уже развернет, возьмет инициативу. Была попытка развернуть. Да, мы видим, что говорит Александр Игоревич. Он говорит, дыши, восстановись. Это самое главное. Самые ценные моменты, удар. Чтобы подышать и восстановиться. Чтобы в итоге уставать меньше своего соперника. Да, вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой опасный момент. Видим серию от Игоря потери. Раздергивает, пытается пойти вновь в ноги. Тейкдаун уже от Игоря, мы видим, что Георгий устал. Как это было красиво, это войдет в хайлайты, я вам серьезно говорю. Великолепно слышал. Уже мы наблюдаем, как Игорь потеря берет позицию сверху. И там, ты думаешь, это начало конца? Посмотрим. Ну, судя по тому, как пишет Георгий, это похоже на начало конца. Все, в фулл-маунте находится Игорь. Потеря начинает наносить жесткий свои удары. Жесткий раунд, да. Пытается. Точечно бьет, ищет бороду, ищет лицо. Просто выгодит. Самая лучшая позиция для Игоря. И все, разворачивается. Это сейчас будет спиной. Конец, мне кажется. Разворачивается спиной уже. Попал под руку, жестко попал Игорь. Пытается. Георгий пытается спастись. Через под руки, так даже с под руки пытается наносить. И это конец. Да, это конец. У нас победа новый нашего чемпион. Украинского бойца Игоря Потеря. Новый чемпион WWE. И пояс в Украине. Игорь Потеря, чемпион WWE весовой категории до 93 килограмм. Долгожданный камбэк Игоря. Долгий, простой, но наконец-то он это сделал. Надо отдать должное ему. Гучише! Бійці на середину, будь ласка. Я Роня! Бійці на середину. Ігор, будь ласка. Ну що ж, пані та панове, на четвертій хвилині 15 секунд другого раунду технічним нокаутом перемогу здобуває Ігор Потеря! Ось він, новий чемпіон WWFC! Гучніше оплески! Итак, дорогие друзья, у нас очень приятный бонус для нового чемпиона. Действительно, это великий, великий шанс для Игоря. И, соответственно, большой бонус от организации. Владимир Тесля, прошу. Это дополнительный бонус. Лига решила подарить победителю поясного боя $20,000 для хорошей подготовки к первой защите своего пояса. Это будет стимуляция для всех остальных бойцов. Ребята, запомните, деньги зарабатываются кровью. Посмотрите на этого человека, он показывает каждое мое слово. Достань, покажи людям, что мы не обманываем. А можно Тайси? Та давай же, открывай. Все достойно, брат, Украина!
20 000 долларов! Малая, летим на Мальдивы! Игорь, запакуй свои деньги, свой бонус. Готовься к серьезному интервью. Брат мой, я знаю, мы долго... Ничего страшного. Мы долго визуализировали этот момент. Ты долго мечтал об этом поясе. Твои эмоции, твои слова. Прямо сейчас на камеру тебя смотрят тысячи зрителей, сотни тысяч. Что ты можешь им прямо сейчас сказать? Пахайте, ребята. Пахайте. Это все окупится. Знаете, у меня за эти полтора года было 9 отмен по подготовкам, по боям. 9 подготовок, 6 лесогонок. И все эти бои слетели. И, несомненно, несмотря на это все, я все равно тренировался и верил, что я добьюсь своих поставленных целей и стану чемпионов WWC. Тогда мы с Максом сидели возле метро Палац Украина и обговаривали это, что так оно и будет. Он будет, подойдет ко мне с микрофоном, как Джо Роган, и скажет: скажи пару слов. Так оно и есть. А теперь тихонько. Вы должны меня все поддержать. Раз, два, три. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Смерть ворогам! Я не ухожу, мне еще надо покомментировать. Знаешь, когда тут с поясом стоишь, хочется вообще не уходить. Давай, давай развернемся и посмотрим пару интересных моментов. Режиссеры, можете показать заключительный отрезок этого боя, а именно финиш от Игоря Потери. Как вылитый Макгрегор, даже лучше. Смотрим повторы. Носик. Носик. Ты занял дальнейший пулмаунт. Ну не моя весовая, надо ниже спускаться. Такой хороший. А теперь вопрос по поводу весовых категорий. Я знаю, тебе довольно сложно в 93 килограмма. Ты просто с легкостью укладываешься в этот вес. Возможно ли, что мы тебя увидим в новой весовой за новый пояс? Возможно. За такие гонорары можно и подраться. Теперь можно? Я поблагодарю, когда кому не нужно. Спасибо огромное. Хочу прежде всего сказать Владимиру Николаевичу Тесле, Денису Перчу. Владимир Николаевич Тесле вообще дал мне путь в ММА. Я был 18-летним юнцом. Он приехал тогда на нас смотреть. Я провел тогда первый бой. И уже тогда, 6 лет назад, я сказал, что я обязательно в этой лиге стану чемпионом. И моя мечта сбылась. Спасибо большое. Хочу сказать спасибо огромное всем моим тренерам. Я потом попозже, кого я благодарю, потому что здесь список большой. Но прежде всего хочу поблагодарить Дудочка Александра Игоревича за подготовку. Просто человек, душа, он нас складывает, хочет, чтобы у нас все было. И такие люди просто заслуживают на много. Аплодисменты ему. Спасибо всем ребятам, которые меня готовили. Сережа, Матюша, Денчик, где там Николай, Мишаня, то есть. Всем вам спасибо. Без вас бы этого не получилось. И на заготовочку. Спасибо моему Годфазеру, моему ментору. Вот он сидит, снимите его. Вот он здесь. Можете снять. Он меня учит, как расставлять приоритеты, как должен быть и поступать настоящий мужчина. Без него у меня бы ничего не получилось. У меня правильно учит мыслить. И у нас
заряженная команда. Все слышно, все верно. Это для него. Я люблю этот пазл. Мама, маман, мамулечка моя, ты хотела, чтобы я тебе помахал. Я тебя машу. Ребят, честно, я бы тут стоял и рассказывал всю неделю. Это так приятно стоять с поясом и что-то беседовать, но вы уже уснули. Так что хорошего вечера. И простите меня за все. Сегодня неделя прощения. За то, что я так много говорю. Лачевский новый чемпион! Можете заходить, заходьте, будь ласка, заходьте уже фоткаться, сниматься, давай. Йо, никто кроме нас. Александр Иванович, вам большой привет. Давай пять. Все, вечер окончен. Заходьте. Моя зайка. Это моя пора, мой диетолог. И все. Так что снимите нас. Она для меня все. Она мой вынос мозга.